Нет, 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 живи. Макс, мы его теряем, живи. Макс, тут да очень тяжело, вот это ел, прямо, носилки, срочно, носилки, срочно сюда, мы вот, его вот, теряем, грузите бегом. Эту тварь сюда. Давай, ну, как ты его, пациент, не готов, в смысле, не готов? Давай быстрее. В смысле, почему не готов? Да погоди, ты, да, стой, погоди, стой, дожди. Так, принести реанимацию, а как, подожди, стой, одежда, а зачем? А как, подожди, давай быстрее, на носилки его. Кладите его на носилки. А в смысле, почему он мне пишет, что он не готов? Живи. А почему он не готов, я не понимаю. Пацан, собирался, давай. Подожди, я сейчас смотрел пациента. Да скинь этот труп сюда. Ну, пациент не готов. Он был у меня готов. Нельзя раздеть этого человека. Зачем мне его? Зачем мне его? Еще раз осмотри его. Зачем мне его раздевать? Подожди, давай еще раз осмотрю. В том-то... Нее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 ee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 
What? Что? Как? Ладно, всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, кофе, Интифа и Фреш, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Flashing Lights. Чакабо, вот бро. Ну что ж, как вы уже, наверное, поняли, сегодня мы будем спасать жизни людей, которые попали в какой-нибудь ДТП, в какую-нибудь аварию. Тяжелую жизненную ситуацию. Вот, ну и как вы поняли, мы врачи с высокой квалификацией, как бы, да. О, пацаны, у нас новая авария, выезжаем, да? Так, ребят, мы приехали на место происшествия. Ух ты, ничего себе, пацаны! Офигеть, посмотрите пострадавшего, чтобы узнать, можно ли перевести его в больницу. Так, сейчас все сделаем. Так, Олег, у меня жопа машина. Сейчас, погоди. Так, надо смотреть. Женщина, здравствуйте, что с вами произошло? Как мы допустили до такого ДТП-то? Так, надо смотреть пациента. Так, проверяем голову. Все в порядке. Так, проверяем правую руку. Нормальный вообще человек, а? Нормальный вообще? Я случайно. Ты серьезно? Ты что делаешь вообще? Я случайно, что? Какие мы врачи, скажи после этого? Не, она прям, смотри, прямо на подвес, смотри на подвес, смотри. Проведите реанимационное действие надо. Да вы издеваетесь, что ли? Я не понимаю. Пацаны, вы понимаете, нам провести сначала снимите верхний элемент одежды. Пацаны, сейчас я... Подъезжай, дай посмотреть! Это что? Пацаны, все, давайте убирайте тачки. Так, провести реанимационное действие, пацаны. Так, давай. Я спасаю, пацаны. Засоси ее, давай. Ой, пацаны, смотрите, чего. Вот за это я и люблю мою работу. Мы, если что... Ты зачем ее лапаешь, извращение? Так, Макс, отойдите, подождите, пацаны. Так, используйте график ЭКГ дефибриллятора, чтобы провести. Да что ж так сложно-то надо? Дефибриллятор. Это надо в машине. Неси, Олег, мы пока рядом посидим. Где моя машина? Ага. Так, мне надо сейчас специальное. Ой, Макс, дефибриллятор. Так, сейчас, женщина. Я вас спасу, женщина. Так, руководство ЭКГ. Сейчас все сделаем, погодите. Так, вот. Я же. Ага. И вот сюда. Офигеть, смотри, что делаю! Пацаны, вы чё? Возьмите носилки из кузова скорой, чтобы поместить пациентку. Так, Олег, окей. Так неси. Так, окей. Унесу, я сейчас все сделаю, пацаны. А чё я один работаю, это нормально? Мы не развлекаемся. Так, вещи, мы пока осмотрим очень внимательно. Да, нет места для размещения. Убери машину, вот чья машина вот тут припаркована? Уберите, пожалуйста. Андрей, убери, отодвинь ее. Давай, быстрее. Да мы сейчас пациента потерять можем, ты понимаешь? Да, у нас считанные минуты остались. Мы так, с Максом уже закончили. Да, мы уже... Почти закончили. Так, вещи, носилки. Так, все, взял носилки. Так, женщина, мы вас сейчас спасем. Женщина, я иду за вами. А как мне подъехать? Так, сейчас. Так, женщина, вставайте. Я пытаюсь помочь ей. Пациент не готов к транспортировке. В смысле не готов? Я не понимаю, что нужно здесь сделать? А как? Подожди, Андрей, отойди, Макс, не получается. Женщина, да дефибриллятор вруби. Может быть, надо просто... Так, погоди. Вот, взять. Невозможно выполнить, пока... Да, господи, провода надо отрубить-то. Сейчас. Да вырви из нее провода. Все. Вот, все, окей. Все, нормально, теперь... стедикам, хорошо? Все, пацаны, Получилось. Макс, вы любовь нашел. Пацаны, нам надо срочно доставить ее в больницу, срочно. Давай. Так, двери закрываем, поехали. Быстро, выезжаем, выдвигаемся. Ближайшая больница, срочно. А где больница находится? Олег, мы расчистим тебе дорогу. Давай, конечно. Я буду очень рад, если вы это сделаете. Только вроде по-хорошему нам надо было бы развернуться. Так, все, мигалку врубаю. У нас срочно, у нас, понимаете, пациент пострадавший. Потеря крови просто огромнейшая, понимаете. Еще немного и умрет. Поэтому надо...
быстро довезти её. У нас Нокс с ней был, это моя жена уже. Да что ты говоришь, Макс, а? Понятно. По-моему, вот Олег, ты придешь на свадьбу, если тебя пригласят? Конечно. Если она доживёт вообще. Так, сейчас проедем на встречку, выйти, пацаны сами понимаете, что у нас... Если она ещё тёплая доедет. Как вас вообще взяли на работу врачами? Я не понимаю, пацаны, вообще реально. А, понятно, я врезался. Ой, парни, вы ещё по-любому главврачи какие-нибудь. Так, вот больница. Вот больница, так, с этой стороны заедут. Так, давай, как же долго машину так довезти, бывайте, что ли, пацаны? Подожди, стой. Тормозит? А почему? Вот больница. Это МЧС, дурак. Погоди. Олег, зеленая метка на карте, алло. Да вот, 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 вот. А не, не, все, я все правильно сделал. Я все правильно сделал. А-а-а. Так, давай, так, багажник. Специальное не то, вещи, вот это. Носилки. Вот, вот сюда ее. Так, все, сейчас. Беру носилки, давай, везу. Ну грузите, пока девушка, она не сдохла. Девушка, вот держитесь, сюда. Держитесь, мы вас спасем. Так, куда? Сюда, налево, направо, куда? Наверное, сюда, вот. Наверное, да? Ну-ка, погоди. Да! Поздравляю. Мы это сделали, пацаны. Это было реально очень сложное задание, я вам серьезно говорю. Потому что сначала нужно было сделать осмотр тела, потом нужно было сделать ЭКГ, потом нужно было там дефибрилляторами поработать. Ёлки-палки, откуда я вообще знаю все эти слова? Я вообще идеально поработал. Ну что, пацаны, ждем следующий вызов. А ты носилки забрать не хочешь? Блин, а! Итак, ребята, у нас новый вызов. В общем, у нас тут, как я понимаю, авария, и водитель застрял в автомобиле. Пацаны, срочно. А, не, надо поближе, лучше подъеду поближе, потому что тут нужно сначала будет по-любому осмотреть тело. Это в логе от медика, да? Потом нужно будет, конечно же. Так, сейчас, пацаны, попробуют, так, специально, не то. В логе медички. Значит, вещи, сумка врача. Так, надо сперва осмотреть тело. Угу, так, это у нас девушка, ну как же так, ну ёлки-палки-то. Так, осмотр тела, проверяем шею, вроде все в порядке. Так, давайте проверим, вот это, значит, голова, да, окей, так, ну вроде нормально. Голова. Не, ну что, вообще вроде бы с ней все в порядке, на самом деле, скорее всего, ну и поехали тогда. Пьяное вождение выехало на встречку, понимаете? Пьяная вонючка, не люблю пьяных. Алкаш, не. Ну, блин, пацаны, ну с кем не бывает. Да пускай гниет. Так, возьмите носилки, ага, все, хорошо, сейчас все сделаем. Грузи на носилки, ну, сейчас, так, погоди, сейчас. Уже, почему не могу ничего? Да, господи, это нормально, что у меня машина сейчас? Я понял, все, окей. Но нам, короче, надо снова, пацаны, ее это... гастабилизировать, да ёлки-палки-то, а. Ладно, сейчас... Артём отвечает на вызов, дерево перегорело. What? Кто-то помимо нас играет на сервере, чего? Я понял. Давай, я её держу, чтобы она жила. У нас нету места. Сейчас, погоди. Носилки. А почему вы... Почему носилки не берутся, я не могу понять. Они залагают. Они реально... Ты прикинь, они реально не хочет браться. Подожди, может, мне сумку надо забрать? Олег, давай я попробую. Подожди, стой. Да нет, Андрей, могу только я это сделать. Живи. Потому что я, Андрей, ты как-то притопил, как, подожди, стой, вещи, носилки. Слушай, реально, подожди, я отгоню тачку немного. У меня тоже вызов принят. А, да? Ну тогда окей. Тогда попробуй. Я ее остужаю, чтобы получается, она жила. Нет? А ты делал осмотр, да? Да, я осмотрел пациента, в том-то и прикол, понимаешь? А, я не смотрю. Ну давай я осмотрю. Да почему я не могу подобрать тебя носилки-то? Я не понимаю этого, пацаны. Олег, ну так она умрет, нет. Ты, ну я понимаю, но я не могу подобрать эти носилки, понимаешь? Я не могу ничего с этим понять. Это твои проблемы, ну, я не... человек, ну тебе человек. Олег, ну, давай, я стейдикам не сумок. Ну бери же ты! Парни, ну это человека, бред Олег. Какой-то, ну серьезно, какой-то несерьезный. О, все, тихо, Олег, я осматриваю. Ой, так. Хорошо. Так, хорошо. Мы ее спасем, давай. Олег, не переживай. Давай, Андрей, я верю в тебя, Андрюх. Я надеюсь, что у нас все получится, давай, Андрей. Мы так, не можем потерять еще одного пациента. Мы не можем повторить то, как это было в 2016 году. Так, возьмите носилки кузова, так, поместите. Да бери просто носилки и подъедь поближе. Сумку сразу убери, вот эту вот, красную. Давай. Твоя. Олег, это что, мне на стажировку типа взяла? Конечно, Андрей, я главврач, понимаешь? Быстрее, давай, сумку красную давай, не убрал. Андрей. Сумку красную, быстрее убирай, мы сейчас потеряем пациентку, понимаешь? Да я пытаюсь ее взять. Господи, ну кого я на работу взял в свое отделение? Получилось, нет? Да? Нет? Запросить, осмотреть пациента, одежда, провести реанимационные действия. Господи, это не то, что тебе надо. Тебе надо было просто подъехать, понимаешь? Вот, я беру носилки, вот уношу, все. Вот. Это не носилки. Носилки взял? Молодец, да, Андрей. Да, это же носилки. Андрей, по приколу раздень. Олег. Ее нельзя раздеть, можно только тех, кого... А, кому нужно сделать... Так, вот, смотри. Так, взял. Подъедь поближе, и там будет подобрать потом. Еще, не-не-не, прямо на носилках просто нажать надо будет, и все. Давай, бери носилки, там подобрать будет. Нету? Не появилось? Сейчас. Еще ближе. Взять. Вот! Да!
Давай, и быстро, можешь, давай. Я штачку не зеленые смогу кроссовки Хайпер. Давай, быстрее. Не будем спасать, машина, слышь, она подписчица Хайпера, не будем спасать. Не надо. Реально, давай его выкинем. Да не пущу, не пущу. Да, да быстрее, давай, спасай. Нормально, Макс, идет. Да быстрее, давай, я встану. Нет, Макс, не делай этого. Он затолкнул ее туда. Быстро, пацаны, в больницу, пацаны. Ладно, подписчица Хайпера, хрен. Нам надо спасти ее. Поехали, выезжаем, Андрей, мигалку врубай, давай, чтобы все слышали, да что газ, у нас. Да направо. Налево, вообще-то. Тут можно вообще-то вот так вот выехать. Давайте со мной, давайте пацаны. Я вам покажу кратчайший путь. Ну, на самом деле, если сравнивать конкретно работу врача в этой игре с другими, как бы, да, классами, то все-таки наоборот, полицейский и по-моему, пожарный были куда круче. Ну, я не знаю. Каждому, конечно, по-разному. Так, пацаны, немножко не туда, направо сверни, Андрей. Да нормально, сейчас смотри, Олег. Ты нормальный? Андрей, ты нормальный? У тебя пациент в машине, Андрей. Олег, похеру. Жизнь пациента прежде. Понимаете, нас уволят! Нас уволят с работы, вы понимаете? Или наоборот повысит. Андрей, налево, вот, ну куда же ты едешь, Андрей? Олег, блин. Да ты, ну куда ты прешь-то? Налево сейчас, налево, еще раз. Олег, дворами доедем быстрее. Да какими дворами быстрее доедем? О боже ты мой, не, пацаны, мне кажется, на самом деле, если в реальной жизни мы были бы врачами, ну, начнем с того, чтобы мы никогда не были бы врачами, с такой-то подготовкой. Почему они уступают мне? Давай, быстрее. А мне интересно, тут есть какие-нибудь еще другие задания, что-нибудь поинтереснее, нет? Ой, давай, так. Андрей, смотри, вот здесь направо. Ну он перекрыл дорогу. Проезд платный. Ты издеваешься, Макс. Убирай машину. Заезжай с другой стороны, Андрей, заезжай с другой стороны. Да сейчас Макс уберет, я знаю. Давай. Макс, время на минуту просто. Бегом. Убираю. Давай, у нас считанные секунды остались, Андрей. Закроют, вы Андрей, открывай двери, вытаскивай тело, давай, и быстрее на реанимацию. Сейчас я этот труп вытащу. Давай. Вытаскивай. Как это дура вытащить? Господи, нажми ты, возьми просто ты эти носилки и все. Как предмет да носилки. Да просто вот открытые двери на газах. Все, отлично, Макс, отъедь, Макс. Я тебе сейчас тачки выкину быстрее, давай. Не выкинешь. Я знаю, ну давай, Макс, она сдохнет сейчас. Ну, Макс, давай. Ой, хорошо, давай, заезжай. Я понимаю, что подпишется Хайпера. Давай, заезжай. И вот сюда, Андрей, вот сюда. И... Да! Вы на скорой помощи, мы сделали, мы выполнили это задание, ребят. Это определенный лайк. Понимаете? Мы просто что сегодня творим, понимаете? Это вообще жесть. Ну чё, пацаны, рабочий день закончен. Я предлагаю, давайте за пончиками поедем, как бы. Да, поехали, да. Ещё рабочий день закончен. Ну да, конечно. Ну разденьте мне её. Ладно, ребят, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Сегодня мы освоили новую профессию для себя. Сегодня мы работали врачами. Вот, и в принципе, это было круто. Конечно, это очень ответственная работа, и поэтому теперь я понимаю, насколько это трудно быть врачом. Особенно квалифицированным. Да, потому что мы, я не пойму, что мы вообще тут делаем. Олег, в этой подними игре. Машину, ты же качок, Олег, подними это машину. Это не моя машина, ты понимаешь? Олег, ты накачанный, смотри. Ой, ладно, друзья, я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Вы поставили свой драгоценный лайкосик и подписались на все наши каналы. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Фреш и Дефай. И не переживайте, если что, в больницах будем работать теперь мы, поэтому вы всегда сможете воспользоваться нашими услугами. Вы всегда можете, понимаете, вылечиться в считанные секунды. Вот, поэтому, ребята, ну это сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока.